Помните в предыдущем видео базу в новом соборе отстроенную, с которыми мы немного пострелялись, когда просто проходили мимо? Прошла информация, что их играет человек 10. И у них там несколько автомобилей, ну как минимум 4. Ну, собственно, мы решили наведаться к ним в гости еще раз. На этот раз уже более целенаправленно. Но в городе зомби есть. Тут деревья мешаются. Мост, который как раз перед от лагеря. О, так они гаражики застроили. Ты смотри, да, я же написал, у них там еще одна база. Захватчики, блин, а? Панты. Тут 500 метров, в принципе, у меня. Но я никого не вижу на вышках. Да, чего не на вышках? Если будете видеть, какое направление, я могу подойти и побайтить. С юга, получается, подхожу аккуратно. Ты южную видишь? Южную. Ходит, ходит в красной пляске, ходит, чел. Из гаражей сейчас пошел, походу, в основную. Да, пошел в основную базу. Ага, вижу. Тут ловить надо. Блин, ну все, там за дерево ушел. Я не успею, да, тоже. Блин, это дерево дурацкое, прям вот. Четко их вход стоит, загромождает мне. Полицай к вам бывает симпатично. Красная повязка с чего у него? Ну, с моего ракурса ничего нет. Ладно, потом еще угол взять. А что у меня все умылится до квадратица? Опа, там дверь у них куда-то открылась. Закрылась дверь. Они, походу, кто-то у них вышел, наверное, с базы. Либо вошел. Вроде вышел. Я к красному подхожу с востока. Какому красному? Красной двухэтажки. С востока. С северо-востока, что ли? Не, больше с юго-востока. Которая прям возле их базы, да? Да, новое строительство. Она вроде застроена, это красная должна быть. А, красная, да. Оранжевая, ёптать. А, ну, оранжевая. Кирпичка, что ли? Да, почта или как там она. Готов? Готов. Все. Делаю выстрел. Все-таки это ни хрена не похоже на дробовик. Ты там у них под базой сел, да? Да, я уже просто. Да, слушай, кто-то есть. Да, там поглядывают в щелочку между дверями. Как засяду, что ли? Так, одну дверь открыли. Да они могут сейчас западом выйти и искать. Вряд ли выйдут спас. Они внутри что-то двери понаоткрывали. Там, там пипец у них. Тройная модификация. Да, туда никакую гранату не закинешь. Ну, вижу, они все в красных повязках. Прям выделяется.
Так, один во дворике. Выходит опять с западной стороны, где дверь там открывалась. Ой, между красной крышей и между бежевой. Так, тихо-тихо, замер. Айдар, кажется, винтовку смотрит, слышишь? Я убил челика на вышке. Ну, он уже смотрит. Да ёптать, стамина, восстановись ты уже. Убил одного во дворе. Который внутри, да? Да, у машин. Один на запад, в западной части базы. Вижу его. Черт. От Зилла на запад, получается, между двумя амбарами он прячется. Ты точно, да, одного убил? А, вон, да. Кровь точно, вижу. На вышке там лежит. Да, хорош. Так, я меняю позицию, короче. Что я не вижу уже? Блин, он вышел. С западной стороны вышел с базы. Смотрю. Смотрите аккуратно там сейчас. Вижу его. Сейчас буду работать. Не в ту лицейку бежит? Нет. Я к тебе контролю подход. Раз попал, по другой стороне, я тоже попал. Хорош, валить их. Он ушел к тебе там, с твоей стороны. Понял. Разве? Он, по-моему, ушел обратно туда. Я не вижу его с твоей стороны. Ну, у меня тоже он пропал. А где он бегал, скажите мне? Вот как смотришь за правой части. А, он справа, вот, слева. Ну, обратно он не заходил пока. Где-то под стенами, наверное. Вяжется там или что-то делает. Иду левее, на запад. По южной стороне. Так, ментовка ты, да, Айдар, все еще? Я наверху, я внизу. Да. А, я вижу его. Бля, убил меня, сука. Где он? Он между амбаром и вышки там, он щелк. На территории, что ли? Выкер, ты круче. Вон он выскочил. А, это он, да, пошел. К красному. Да, он куда-то побежал, к красному. Зомби на него заагрился. Блядь, красный двухэтажки побежал? Да. Он же красной двухэтажки побежал, правильно? Ну, бордовая, не красная, бордовая. У них там застроено, он внутрь зашел. Бля, я только отошел тут. Ух ты, на амбаре на красном. На ихнем главном. С моей стороны бегал только что, блядь. По крыше прям бегал? Да, прям по крыше его не успел. Бля, не, мне не видно. Попали по мне? Блин, опять нету выстрелов. Тоже нету. Блять, меня с этого, с красного сняли, с двух сторон. Понятно. В окне, походу. Я вижу там, в этом, ходит в вишневом один чел. Не может угомониться, ходит по окнам. Здорово. Да, их так со снайперов держать, сейчас они будут сбегаться туда постепенно. А, кто-то лутает, его голый. Он вышел голым, кто-то сейчас в базе. Он идет лутать Айдара, то есть как бы. Извините, но просто я. Серьезно, блин? Он, по-моему, в полицайку и идет. Ну у меня все равно там ничего такого. А, Кайман, ты мой труп смотри там, кстати. Я перезахожу. Меня на. Я пытаюсь вижу. Прицелиться, у меня челик вместо этого встает почему-то. И Макмин не перезаряжается теперь. Труп он лутал, да, уже? Я не знаю, скорее всего. Что я думаю. Он бежал голый в сторону полицейки. Теперь я никого не вижу больше, никто не бегает. Я тогда загляну какой-нибудь МП5 на этом, на базе возьму. Это что? Это он.
У него кошак сломался. Самый сломался. Он где-то за церковью. Вторая там малиновая двухэтажка. Да, он зомби туда побежал. Как дикий вторг оделся, короче, бегу. Ты видишь такие белые эти блоки? Блоки? Рядом с синим вагончиком. Вот он где-то на их территории ползает. Забор, типа? Ну, типа, да. Из бетона какие-то херни или что? Да, рядом с палетами с деревянными. Там такие ящики, короче, с кучей досок. А, вон, вижу. Да, вижу. Попал, он в 300. Хорошо. Он на синенькой этой хрени, да? Убил. Хорошо. Как, в смысле? Чего? Два попадания в него, он живой, он встал и побежал. Под морфином, может, каким-нибудь там? А, вижу, да, он лег там. Залег. Теперь. Зомби к нему бежит. А, сейчас зомби, походу, его доработает. Я подпушу туда, я видел. Он его бьет! А, он его убил. Прикройте по вышкам. С юга семерка едет, своя, так что... Джекер, тихо. Тише, прямо микрофон. Ну. Остановись ты. Там же под палетами? Да. Ты увидишь там кровь. Два попадания с Макмиллана, в смысле? Я, скорее всего, в труп первым попал. Вижу синий вагончик. С красной повязкой вижу. Бежит туда. Нет, забегает в базу. С той же самой двери, с которой до этого они забегали. Этот лёг и уползает. Туда, вглубь этого города. А он бетонный, видишь, такие блоки? Белые блоки? Да. Да, он все там еще. Ты должен был его убить, Мэтт, он коцан. Все, добил. Хорошо, значит, на базе остался еще кто-то. На базу один заходил, в каске такой, есть нормально пролутанный чел. Чекни там труп Векера как-нибудь, если можешь. Я не знаю, где Векер. Или зеленая. Я у зеленого. А ты? Это ты бежишь сейчас кто-то по полю? Кто-то убегает в поле. Нет. К красному. Вход смотрю. Бело. Я только брызги видел. Еще один, забрал. Да, значит? Один пришел. Он голый? Ну это залутанный, вы чё? А, залутанный? По мне! Нет, это не уже тебе. Это я вон. А, это с базы летит. Вспышки там вижу. Это я вон, ты его вижу. Внутри, снаружи. Вижу, он с ПНВшкой. Он внутри, на базе? Внутри. На главной базе. На главной базе, дайте, где он, рядом с чем стоит? Рано. Главный вход в амбар с красной крышей. Понял. Справа от входа, да, если быть точным. Слушай, а он упал? А, он просто лег. Теперь пошел в левую часть, слева от входа. А с поленницы вы не можете залечь, что ли? Там вот у вас слева поленница. Один там на поленницу с подсадкой и все. Вот тут что ли, где вот я, да? Вот сиди, Майк. Ты там, шайтан, возле заборчика с кустом. Да. Че, меня хорошо видно здесь? Ты у меня в ПНВ черное пятно на белом фоне. Давай на раз, два, три. Тут бэха стоит. Я сейчас только к вам в город зашел. Бэху, кстати, ломайте в первую очередь. Да, я сломаю. Колеса видишь? Нет, не цепляйся. Да, это ПС, конечно. Баху начать расстреливать. Что за? Светлые машины. Чего? Тише, не шмаляйте. Машина едет. Игорь, да, с севера едет машина. Сюда? Ёпта. Да, Волга. О, я залагал. Это я не знаю. Далеко? Совсем близко. Свет вырубили. Ориентировать. Север дороги, которая главная идет.
До коровников доехали они? Нет еще. Свет врубили опять. Пусть едут. Они через церковь поедут, получается? Да, да, где коровники. Нам нужно очень машину. Надо встречать. Вот надо подальше отсюда встречать. Я понял, сейчас у коровников актер. Слышишь, я у коровников. Понял, понял. Никого лишнего ушли. Дашь инфу, если будут сюда подъезжать? Кто-нибудь останьтесь у базы один, кто с дробовиком или чем-то. Свалка, свалка, в курсе где свалка? Да, да, да. Вот, они там машину походу оставляют. Понял. Где света уже? Это деру самый сон. Да я дерусь, блин. Свалка, сказали же, это в поле, блин. Походу машину оставили. Ну пусть идут, значит, сюда потихоньку. Дальше коровников на север. Да. Северо-восток от коровников в поле. Гайдар или Веки, останьтесь у вас. Он вышел. Вижу. Пока одного. Можно дать метку на карте, а? Еще одного видел. Ага, вижу, вижу, ходят там на свалке, точно. Влево уходит от свалки. Значит, все хорошо пошел. Мека, мека, вижу двоих. Пока все четко двоих вижу. Один рванул к вам, стартанул. Второй... Один влево уходит, прям по полю идет влево. Ну, вероятно, если раз не так долго. Может, они заехали там куда-нибудь. Смысл он тут голышом. Да, да сидите, тихо-тихо. Одного. Можно, блядь, не пиздеть вот, безумно. Один, короче, убежал просто. Второй выстрел. Я одного нокнул. Дальше на холме будет. И вижу его, но плохо мне сошка. Этот сошка идет прям по. Дал пару шотов в его сторону. Попал. Они далеко ушли уже от мусорки с вашей стороны? Да, нет. Да, да. Ну, не совсем далеко. Он ко мне, по-моему, бежит. А, вижу. Тут работает, слезь, кто? Ты стреляешь. Все. Попал по одному. Все, вот так. Больше нету? Сколько ты видел? Двоих. Я тоже двоих. Один может быть у Волги сидит. Может. Аккуратненько. Я вот иду по... Такая лесополоса по полю. Он напротив тебя, прямо с запада. Я по лесополосе этой прохожу. Без ПНВ, походу. Раз они еще с фарами ездили, с включенными. Да, вижу, да. Я вот актер там, где я потеку попал. Покажу, как он. Ну дальше иди уже в сторону. А, вижу, лежит тут. Еще один? Да, минус. Хорош. Лежит, дышит под кустиком. Пар идет изо рта, прям вообще палево на ПНВшку. Он в поле, да, лежит, получается, как? Да, второй, который белый, такой светлый. Он в поле. Ну, справа тяжи там. Ага. Надо домик чекнуть, короче, вот этот, что-то мне не нравится. Домик чисто. Волга стоит. На тачке. Они с голой жопой, дробовики. У этого снайперка была какая-то. У этого церковь, дробовик.
Кто-то базу контролит их? Нормально все там? Да, мы тут же перед входом тусимся. Хорошо. Они сколько входов из базы вообще? Да, много, да, они на каждую сторону. Вот это с Мосинкой был. Сейчас на чем-то лезть. Сейчас на машину запрыгните и туда. Че, вы пехом пойдете, а мы за машиной и ППшка. Проверьте Волгу, кстати. Химзы-то сколько, мама дорогая. В Волге? В Волге химзы, бля, зашел. Ну что? Это они хорошо придумали. Я уверен, еще один лежит, блять. Где? В сторону города, куст и каменный забор. Там под кустом лежит. Мне не хватает оптики. Ну, не оптики, а ПНВшку. Напротив чего мне посмотреть? Напротив церкви, напротив коровников. Одна, смотри на церковь, справа в поле такой заборчик прям. 100 метров. Секунду, дай. Вижу. Бота, если видишь, я не вижу. Все лежит. Все, да? По-моему, да, лег. Ну ему со СВДшки прилетело, и плюс еще потом пережил. Потом я контролю его. Подходи. Каких мы четверых убили? Получается, да, так. Значит, все, четыре. Там не видно ни хрена. А ты просто на рюкзак нацепи и прыгай с ним. Смысл уже в кино. Да хилый там, конечно, заныкался. Я его в ПНВшке вот там видел через это. Да, я да, если не собрать. Давай, ехай. Почему? Он у меня стреляет. У гаража. Он... Тихо. Он в гараже, в крайнем. Вот в этом деревянном? Да. Дробь пробьет? Нет, да. Вряд ли. Могу попробовать. Пробуй. Пробивает. Хорош, там. Смотрите. Последний магазин уже туда. Все нормально у вас? Трассерами стрелял? Да? Хорошо. Это он трассерами стрелял. А, он там все-то? Ёпта, это сейчас он работает? Это я. Через этот. На ТМПшку заберите кто-то у меня. Давай. Дорогу. Давайте, найти. Всякие ништяки, чтоб ломать тачки. Держите. Заберите мой этот. В каком он гараже? АЕК заберите, АЕК. Мэтт, в каком гараже? Крайний черный гараж. Левый? Вот этот? Да, вот там был. Да ладно. Да. Я просто вижу трассера такие. Стреляю по делу. Слышь, кто со мной слева? Да я вот чё, идем на бочку сюда, вот попробуем залезть. Подожди, может, его с бочки будет видно? Хочешь попробовать? Или давай я попробую? Давай я попробую. А сколько надо, чтобы прыгнуть с тамина? А, у актера едет. Актер, давай сюда. Вы сейчас это пробуем. О, я по Ниве постреляю, короче. Правильно еду? А, да, вижу. Куда заезжать? О, отсюда видно будет. Направо. Ой, блядь, ты так не пугай, я жду. Мэтт, подожди там у меня, пожалуйста, выхлоп. Вот сюда, бачку. Вот сюда. Вижу его. Он тут лежит. Давай, актер, вперед. Он ползает прямо здесь, слышишь? Давай еще раз, Мэтт, еще раз. Бочки. Сейчас я его завалю боком, нахер. Боком, Ахер, боком. А, стоп. Да не стреляйте, я ж не слышу, ползает он или нет. Кабанга. Тише. Внутри. Убил. Готов. Вейкер, да? Да. Вейкера убил. Вейкера? Да. А что ты там делал? Он запрыгнул. В этом красном ангаре кто-то заряжался. Красной крыши. Я внутри. С красной крыши кто-то заряжался. Блять, Вейкер, какого хрена? Да, херня дела. Такие вспышки, блять. Давайте побыстрее уебывайте оттуда. Смотрите, почему-то, блин, магазин один пропал. Ломайте все им, да. Потом на Волгу просто и поедем. Я хотеть запрыгнуть. А, ты просто на первой передаче газ жмешь? Бил я, да?
200 осик ее, бля. Вы Бэху сломали? Бэха не Демистр, вот и так. Бэху ломайте, вы чё? А чё, не пошла, чё? Давай уже, умирай, блядь. Да он выбит. Нива чё-то не хочет. Чё, красненький, главное, был этот значочек у неё. Нива и красный значок, и всё. А вот Нива, короче... Так, Айдар пошел. Мэтт, в сторонку отойди. Мэтт, в сторонку отойди. Загромождаешь мне обзор. О-о-о. Все поближе. Я колеса сбил. Есть. Вернул такой. Давай отъезжай быстрее. Ну тут надо, блин, заехать. Как-то вы заехали, туда хер поймешь. Давайте. Все, погнали. Все, помчали, бля, наши городские. Макмиллан, четырёхглазый пеновый шпиль.